Доброго времени суток. Скажите, вот у вас тоже фотографии и видео хранятся на компьютерах, ноутбуках, телефонах, а потом, когда этот гаджет ломается, все пропадает? У меня куча классных фотографий пропала с наших отпусков, пропало очень много видео интересных. И вот я обнаружила такую папочку в своем компьютере с фотографиями и видео 2014 года, когда мы с Тимошей ездили в отпуск в Анапу. Решила сделать вот такой видеоролик и оставить здесь на канале, просто для того, чтобы эти фотографии, это видео не пропало, потому что это видео, эти фотки, они для меня очень дорогие. Тимошка здесь еще маленький. Единственное, что мне пришлось наложить кое-где музыку, заглушая ту музыку оригинальную, которая была на видео, для того, чтобы YouTube не забанил. Этот ролик я сделала лично для себя, на память, чтобы у меня осталось на память. Что там говорили-то? Вино, чача, коньяк? Вино домашнее, чача, коньяк. Вино домашнее, чача, коньяк. Не вино домашнее, а чача это. А чача это водка. А ты что, идешь рука-то в карман все время? Тебе так удобно, что ли? А? А что? Ничего, просто страшно. Деловая, просто колбаса. А чечи еще хочешь одеть? А? А чечи хочешь одеть? Где чечи? Так ты второй рукой-то одень, помоги. Что ты? Что ты одной рукой-то? А чем мне одну? Одевай. Пошли. Да и одевай. Очки. Я одену. Так вторую руку-то достань из кармана. Так достань руку-то из кармана. Посмотри на меня, Тим. Фраер. Твой фраер. Папа, 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 папа
потом, попозже. Мы его обходим. Да, там. Какой замок? Одевай очки. Идем дальше. А куда идем-то? На машине капитан. Он на корабле или на... На катамаране потом. Или на корабле. Что ли? А? Ты так балуешься? Пошли, пошли. Димофей, не балуйся. На дорогу без меня не выходи. Тим, стой. Все, пошли. Мама, когда верну? Мама. Пошли. Мама, а я знаю, как можно узнать, что верблюд... Под ноги смотри. Что верблюд уже проголодан, что верблюд уже устал, ему надо поесть. Как? У него горба падает, и это значит, что ему надо поесть, и горба встанут. Да? Да. Наверное, не поесть, а попить. Нет, прям ему же в горбы прям идет вся пища, там переваривается. У него там жидкость скапливается, вода, чтобы он долго-долго шел по пустыне. Не еда ведь, а вода. Он может в пустыне есть колючки.
знаешь, какие ДПС? В чем белую твоего рубашечку. Машину? Кто? Там. Не знаю, что он ее трогал. Пошли. Нет, еще видишь, нас еще не пропускают. А, светофор полиция? Угу. Да. Ну. Пойдем спросим, сколько стоит машина. А вы спросите, сколько хоть бамбу.
Thank you.